Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества из фондов областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию представляю 7-й выпуск записок СРГО за 1913 год, в который вошли такие работы. Некролог, посвященный Евгению Петровичу Михаэлису. Кратко дается его биография. Михаэлис представлял из себя выдающуюся личность. Он обладал большим и пытливым умом, неустанно работал в научной области, сделал множество открытий и, безусловно, принес огромную пользу Семипалатинской области. Умер Михаэлис в 70 лет, но еще полный идей и планов. Второй некролог, посвященный Михаилу Степановичу Сухотерину. В 1905 году распорядительный комитет избрал Сухотерина заведовать отделом горного дела и палеонтологии. А в 1906 году он возглавлял уже все музеи, который под его руководством был переведен в новое помещение и там приведен в порядок. В 1912 году в неполные 30 лет ушел из жизни молодой, талантливый сотрудник Семипалатинского географического подотдела. Он скончался от туберкулеза. Следующая работа Рычкова. Ценная археологическая находка. В статье пишется о том, что в 1912 году в Семипалатинский географический подотдел поступило сообщение о ценной находке в Павлодарском уезде Семипалатинской области. Речь шла о двух медных старинных котлах. Высота большого котла 59 см, а малый котел высотой 35 см. Автор пишет, что случайно уцелевшие котлы имеют ценность для науки в целях определения возраста и определения принадлежности к той или иной народности. Четвертая работа – орнитологические бюллетени Лаврова. Настоящая статья является продолжением работы, напечатанной в 6-м выпуске записок СРГО за 1909 год. Цель настоящей работы – дать по возможности полную картину сезонных явлений в жизни птиц. Пятая работа – сказки, собранные в западных предгорьях Алтая, Бориса Герасимова. Герасимов записал сказки, собранные им в селениях, в том числе в Ускаменогорске, в Ридере, вдоль реки Иртыша. При записывании сказок автор сохранял язык рассказчиков. Шестая работа – свадебный ритуал каменщиков. Материалы по этнографии засельщиков Бухтарминской долины, Белослюдова. Автор посвятил ее потомкам беглых староверов и горнозаводских рабочих, поселившихся в каменных, диких местах Горного Алтая. Здесь термин «каменщики» означал «жители гор», то есть камень. В статье описаны обычаи засельщиков Бухтарминской долины. Это сватовство, заручение, свадебная вечеринка и другие обряды. И заканчивается сборник отчетом о деятельности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1912 год с протоколами заседаний общих собраний членов подотдела и распорядительного комитета.